Всем привет, я Юрий Шатохин. Сегодня обзор утилиты для мониторинга и контроля состояния жестких дисков HDD и SSD. Называется она Hard Disk Sentinel Pro. Ссылку на официальный сайт я дам в описании под своим видео. И также дам ссылку, где можно скачать уже активированную программу. На официальном сайте версия 4.40, а здесь версия 4.20. Дана версия с патчем, где в Redmi мы видим, что процедура лечения установить программу и копировать патч в папку с программой и применить. Есть портабельная версия, есть реальный ключ программа и есть уже пролеченная программа от кролика. И я ее сейчас буду устанавливать и покажу, как она работает. Итак, установка или стационарная, или портабельная. Посетить блок автора, убираем галочку. Далее показывает, куда установится. И идет установка. Все готово. Запускаем программу Hard Disk Sentinel Pro. Тут же после первого запуска появляется в трее значение с температурой жесткого диска. У меня температура 35 градусов, здоровье 100%. Здесь же нам показывает производительность и здоровье. Итак, эта утилита позволяет определить потенциальные проблемы снижения производительности и возможные сбои. Может предупредить в случае обнаружения неполадок или повышения температуры. Программа отслеживает статус жестких дисков, включая температуру и параметры SMART. SMART — это Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology. Технология, встроенная в большинство современных HDD и SSD в каждом жестком диске. Работает эта программа в фоне, постоянно проводит анализ ситуации. И в случае выявления ошибки или повышения порога определенных параметров, указанных пользователем, выведет предупреждение. В большинстве случаев на помощь приходит именно технология SMART, так как это один из наиболее быстрых и простых способов отследить изменения особо важных или критических параметров накопителей. Программа поможет предотвратить серьезные повреждения или потерю данных. Итак, смотрим. Здесь мы можем видеть состояние диска C и диска D. Буквально колесиком крутим, переключается. И здесь видим само состояние графическое. Здесь видим температуру различную, текущую, среднюю температуру, максимальную за сегодня, максимальную за все время. То есть информация в HDD сохраняется, и вот она выдается в эту программу. Максимальная температура зафиксирована и минимальная. Здесь по смарту техническая вся характеристика. Здесь информация по жесткому вашему диску полностью вся. Здесь лог в случае обнаружения каких-то неисправностей. Здесь показана производительность и здесь предупреждение, если у вас произошли какие-то сбои. Итак, мы видим, что здесь отображается иконка. Правой клавишей есть меню, открыть главное окно и различные другие настройки. Итак, здесь мы видим, что пройдемся по менюшкам. Вот включить предупреждение. Нажали и здесь показать состояние окна. То есть если мало вот этого в трее окошка, можно установить здесь, где показывает состояние в процентах жесткого диска и температура. Также ее можно отключить. В случае проблем загорается вот это окно управления функциями. Здесь три модуля, где можно сделать различные тесты. Здесь тест привода головки, HDD, запуск теста. Следующий
тест поверхности конфигурации, к примеру, запуск теста. И здесь есть зарезервированные определенные места, и потому выдает это предупреждение. И вот идет тест. Я не буду на этом долго времени отнимать. Здесь идет просто тест жесткого диска. Короткая самодиагностика и расширенная. Потом здесь можно проверить онлайн сравнение значений смарт этого устройства с другими этой же модели. Допустим, нажимаем, нас закидывает, и здесь же показывает, что сейчас переведет браузер. Получили сообщение об этой модели. Средняя температура, среднее здоровье, текущее здоровье 100%. Диск температура диска ниже по сравнению со средним рассчитанным для этой модели. Диск здоровья выше по сравнению со средним рассчитанным этой модели. То есть можно всегда сравнить с вашей конкретной моделью. Итак, здесь сохраняется отчет. Здесь вы можете отправить e-mail в компанию по отчету. Отправка текстового отчета разработчикам. Здесь конфигурация. Можно посмотреть более подробно, если интересно. Здесь можно показывать, если поставить галочку, в трее еще отобразится менюшка диска. Отображать только самую высокую температуру в трее можно также сделать, и будет отображаться только это. Итак, здесь можно отключить звуковые предупреждения в случае, если у вас что-либо произойдет внештатное, то звуком будет подан сигнал и всплывет сообщение, что найдены какие-то проблемы. По поводу того, что если у вас вопросы возникли или по тестам, или еще по каким-либо, захотите ознакомиться более подробно, есть справка на русском языке. Вот тесты, приложения, установка, компоненты. То есть очень удобно. И здесь информация об этой программе, что это версия 4.20, она уже активирована. Ну вот такая интересная программа, которая стоит на страже вашего жесткого диска. Вы всегда в случае того, если вдруг обнаружатся какие-то необратимые изменения, а программа вас заранее предупреждает, что что-то может произойти, вы всегда можете сохранить все данные, какие у вас есть ценные, на какой-либо другой носитель или принять какие-либо меры. На этом все. Всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.